Новость, от которой фанатки группы M-Band рвут на себе волосы и заливаются слезами. Владислав Рам покинул бойз-бенд с громким скандалом. Константин Меладзе не хотел выносить ссор из избы, но пост 20-летнего певца в Инстаграм заставил продюсера ответить. Напомню, что за несколько дней до дня рождения группы Владислав Рам заявил о своем уходе из M-Band и пообещал своим поклонникам, что скоро они снова увидят его на сцене, но уже в качестве самостоятельного артиста. В действительности же жесткий контракт с Константином Меладзе не позволит Раму петь сольно ближайшие 6 лет. Продюсер назвал причину скандального ухода из группы. Он не подходит этому коллективу и вообще не подходит, мне кажется, для работы. Просто, собственно говоря, нам такой человек не нужен. На юбилейном концерте братьев Меладзе в Кремле M-Band выступали уже в укороченном составе. Солисты бойз-бенда признались, их ожидания оправдались. Как получилось так, что он покинул вашу группу? Ну, это, конечно, грустная на самом деле тема для нас всех. Это было общепринятое решение нами и Константином, то есть это коллективное решение. И, в общем-то, зрело это достаточно давно, просто мы всеми силами пытались это как-то отсрочить. Супруга Константина Меладзе, Вера Брежнева, конечно же, заняла сторону мужа. Для меня, исходя из его поведения, это было ожидаемо уже. Люди, которые хотят быть на сцене, хотят работать с Константином Меладзе, они делают все для того, чтобы это происходило. К сожалению, он, наверное, не ценит того, что он проделал, и тех людей, с которыми он работал. А вот сам Рам готов бороться за свою творческую независимость. Певец планирует подать в суд на Константина Меладзе. Обычно Константин Меладзе заканчивал отношения с артистами на хорошей ноте и всегда великодушно разрешал использовать его песни в своем творчестве. Подтвердить это могут и Анна Седокова, и Полина Гагарина, и Влад Соколовский. Но вот Владислав Рам на это может не рассчитывать. Мне кажется, что когда у кого-то пропадает желание развиваться, идти вперед, или кому-то плохо друг с другом, надо расставаться. Это хуже было бы мучить друг друга и жить дальше. Ну и, конечно, главный вопрос остается открытым. Кто же займет место Рама в популярной группе M-Band? Не знаю, тут зависит от желания ребят, от того, что мы с ними вместе решим. Поэтому, я думаю, будет видно скоро.